23 сентября на центральном стадионе имени Ленина в международном футбольном матче встретились олимпийский чемпион и призер первенства мира, первая сборная команда Венгрии и первая сборная команда Советского Союза. Суть встречи у французы Хокенберг, Дебеле и Арци. Капитаны команд Нетто и Пушкаш. Итак, игра началась. Гости играют в светлой форме. Первые сборные команды уже дважды встречались, и обе встречи заканчивались в ничью. Атака советских футболистов. Венгерский вратарь Грошич забирает мяч. Мяч у венгров. Ну вот, Парамонов хорошо обыгрывает венгерского нападающего и подает вперед Иванову. Иванов проходит по левому краю. Удар, но Грошич, как всегда, на месте. Снова наступают гости. Они приближаются к воротам сборной СССР. Цыбор передает Кошичу. Он бьет. Яшин спасает свои ворота. Мяч у Пушкаша. Подача вперед. Но мяч оказывается у Сальникова. Он пытается обвести венгерского игрока. На штрафной площадке это опасно. Смотрите внимательнее. Мяч потерян. Гол! Ведет сборная Венгрии 1-0. Идет второй тайм. Советские футболисты делают попытку изменить этот счет. У ворот гостей почти все игроки сборной Советского Союза. Мяч у Нетто. Защитник успевает выбить мяч. Стремительная атака по левому краю. Яшин ликвидирует опасность. Мяч у центрального нападающего Стрельцова. Передача Ильину. 2 метра мимо ворот. Интересная встреча окончена. Венгерские футболисты со счетом 1-0 выиграли у команды СССР и вновь подтвердили свой высокий класс.